В первую очередь хочется поблагодарить Игматулла Селжановича Раимова. Долго на коленях. Который любезно предоставил нам в аренду это замечательное помещение. Для съемок этого видео и для подготовки этого прекрасного альбома. Не, не надо. Прекрасную, замечательную уборщицу. Я, к сожалению, не знаю ее по имени и отчеству. Она очень сильно поддержала нас. Долго на коленях. Ну давай. Ну, она же сама появилась, правильно? Также хочу поблагодарить Наталью Сергеевну, старшую продавщицу гипермаркета «Лента». Она всегда знает, что посоветовать мне. Хорошо ориентируется в моих вкусах и пожеланиях. Ну, хочется поблагодарить, конечно, в первую очередь, станцию метро «Владимирская» и «Маяковская», потому что она очень часто помогала Ване уехать домой в разных состояниях. Че, дома пошли? Спасибо мозговым червям, которые поразили Сашу. Спасибо Кити. Спасибо докторам.